В Магадане до конца октября планируют отремонтировать 29 лестниц. 9 из них уже готовы. Еще 3 сдадут в эксплуатацию в ближайшее время. Об этом рассказал руководитель комбината зеленого хозяйства Алексей Гаврилов в ходе осмотра ремонтных участков. На лестнице возле портовой 38 корпус 3 работы начали неделю назад. Здесь укрепляют основу, восстанавливают ступеньки и перила. В данном дворе на портовой 38 корпус 3 было много жалоб. Данная лестница, конечно, не входит в нашу зону обслуживания, но было дано поручение, и мы производим ее ремонт. Непосредственно здесь, где ранее падала подпорная стенка, была она восстановлена габионными конструкциями. Наша задача была восстановить газон, который был разрушен при восстановлении данной стенки. Была установлена дополнительная секция ограждения. Это как бы внеплановые работы, но их, конечно, надо делать. В городе около 300 лестниц, 150 из них обслуживает комбинат зеленого хозяйства. В этом году их ремонтом занимаются 6 человек. Помимо этого, сотрудники предприятия занимаются покосом травы и покраской бордюров, а также мойкой и сбором мусора в скверах и на дорогах города. Кроме того, осенью на улицах и во дворах Магадана планируют посадить более 1000 деревьев и кустов.